Привет, дорогие друзья! Прежде чем вы увидите видео о рынке и о ценах на рынке, ассортименте в марте месяце, я хочу обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, если вы летите из России в ближайшее время в Аланию, привезите лекарство для мамы одного нашего знакомого. Ей нужно лекарство от давления. Пожалуйста, напишите в комментариях, если в самое ближайшее время вы полетите в Аланию, сможете ли вы, просим вас привезти это лекарство. Сейчас я вам покажу, как называется это лекарство. Это лекарство называется Осмоадалат, и нам нужно 4 упаковки. Пожалуйста, если вы летите из России в ближайшее время в Аланию, привезите лекарство. Конечно же, мы заплатим за лекарство. Просим вас помочь. Это очень важно для здоровья этой женщины, потому что это единственное лекарство от давления, которое врач ей прописал. И это лекарство продается только в России. Поэтому, если вы приедете в ближайшее время, пожалуйста, привезите. Если вы будете лететь, напишите в комментариях к этому видео, когда вы будете лететь. И мы с вами свяжемся для того, чтобы забрать это. Заранее благодарю вас за помощь. И давайте сейчас смотреть видео о ценах. Сегодня пятница, и мы с Айханом находимся на рынке. Айхан уже покупает огурцы и помидоры. И я покажу вам цены, которые сегодня на пятничном рынке в Алании. На цены на фрукты и овощи. Огурцы сегодня на рынке 2,5 лиры. А помидоры черри 7,5 лир. Мы с Айханом купили. И вот такие вот помидоры тоже по 7,5 лир. Здесь Айхан покупает яблоки и груши, апельсины 3,5 лиры. Айва 6 лир. Яблоки по 4 лиры и груши по 5 лир. Вот такие вот сладкие груши, написано Балармут, написано медовые груши. И есть вот такие вот интересные груши. На самом деле они выглядят очень странно, но очень-очень вкусные и сочные. Продаются также киви по 6 лир килограмм. Также авокадо штука 4 лиры. И местные бананы по 8 лир килограмм. Здесь также есть киви 6 лир. Вот такие мелкие бананы по 4. Здесь огурцы по 2,5 и апельсины по 1,5 лира. Но это апельсины, которые можно использовать для сока, чтобы выжимать из них сок. Продается зелень. Цветная капуста 7 лир, морковь, редис и капуста белокочанная и вот такая вот красная капуста. Картофель килограмм 4 лир. Лук 5 лир и большой картофель 4,5. Очень большой картофель. Посмотрите, какой он огромный. Что стало созданием, которое на пятничном рынке? Вот такой здесь погром небольшой. Все вывезли, бетон, все вывезли. Мераба. И здесь у нас зелень 3 лиры, капуста 3 лиры и зелень тоже, тоже вот эта капуста по 3 лиры, а зелень по 1,5 лиры. Сегодня дождливая погода, на рынке не так много людей, но давайте сейчас пройдемся с вами по рядам и посмотрим, что почем. Вот такие вот большие яблоки, сочные, кабачки, зеленые кабачки по 3,5 лиры. Морковь тоже 3,5 лиры и большое количество перца. Вот такой вот красивый перец, острый, 20 лир, аджибибер. Буаджиме? Уаджибу татле. Вот этот сладкий перец, 18 лир килограмм, будет татле.
Это тоже очень вкусный перец, его с солью можно есть. И груша, крупные красивые груши по 8 лир, яблоки по 5 лир и вот такой вот крупный красный перец по 15 лир. Баклажаны 5 лир и здесь огурцы по 3 лиры. Киви сейчас киви по 8 лир. И не очень большой ассортимент, когда начнется лето, будет намного ярче и вкуснее на рынке. Есть вот такой вот перец по 12 лир, капуста, грибы по 5 лир. Капуста стоит 3 лиры, вот такая вот белокочанная капуста. Вот эта капуста по 4 лиры, а красная капуста по 5 лир. Клубника в Алма? Клубника. Клубника 7 лир. Здесь яблоки по 2 лиры и апельсины тоже по 1.5 лиры. Мерабан Настанес. Эшекуляч. Здесь огурцы, помидоры, черри по 8 лир. И вот такие вот красивые деревенские помидоры. Некадар буду матес. Секизлир. Вот такие вот красивые деревенские помидоры по 8 лир. Спросили у тех, кто сейчас на рынке, почему такие цены высокие, ну, высоковатые. И они сказали, что когда погода станет теплее, то цены упадут. Мераба Настанес. 5 лир кабачки. И вот такие вот зеленые кабачки тоже по 5 лир. Продается также много зелени. Вот эта вот зелень по лире. Сегодня пасмурная погода, идет дождь и достаточно прохладно. Мы купили клубнику с айханом по 7 лир, но не знаю, попробуем, вкусная она будет или нет. Вот такой вот, друзья, ассортимент на рынке. Здесь помидоры также по 8 лир, здесь огурцы по 5 лир, баклажаны. А также продается вот такой вот зеленый миндаль. 15 лир. Вот этот миндаль, его очень вкусно кушать с солью. Макаешь в соль и очень интересной формы авокадо. И груши, вот такие вот сладкие, сочные груши по 4 лиры. Здесь тоже зелень, лук и зелень по лире. Пучок зелени по лире. Рока. И есть капуста, редиска, петрушка, укроп. Продается имбирь, свежий имбирь. На самом деле имбирь очень полезен. И вот такие вот грибы, очень вкусные грибы. Картофель, 2.5 лиры лук и 4 лиры картофель. Здесь лук большой по 4.5 лиры. Здесь продаются различные приправы. Здесь также яблоки и баклажаны, свежие баклажаны по 3 лиры. Огурцы 4, колагельсин и кабачки, свежие кабачки по 5 лир. Сегодня по 7 лир. Продаются помидоры везде. Грецкий орех по 35 лир. Кто-то писал, что грецкий орех 35 лир – это дорого. На самом деле такая цена всегда. Эти орехи свежие и очень полезные. Четыре лиры. И перец. Вот такой вот маленький перец по 5 лир. Сейчас сезон перца. И красный, зеленый, сладкий. И вот такой вот даже большой. И кукуруза. Сладкая, сочная, вареная кукуруза с солью. Ой, просто объедение. Здесь продаются лимоны мераба. 2.5 лиры.
4 килограмма апельсин по килограмм 3 лиры. Если покупается 4, то по 10 лир. Коллеги, если нас сынес? Ташекуля. И здесь продается зелень. Бананы сегодня по 8 лир. Яблоки. В общем, друзья, рынок сегодня выглядит вот таким вот образом. На самом деле, очень холодно, я замерзла. Завтра тоже в Алании дождик. Но, несмотря на это, мы с Айханом купили свежих фруктов, овощей. И сегодня у нас будет праздник живота. Даже купили клубнику. В следующем видео я вам расскажу, была ли вкусная клубника или нет. Вот здесь тоже можно увидеть клубнику. Клубника здесь по 7 лир, есть даже по 3 лиры. И вот такой вот очень вкусный и полезный фрукт, кумкват называется. Когда будете в Алании, обязательно покупайте такие вот маленькие апельсинчики. Есть также ананасы, кокосы и, конечно же, киви. И киви 8 лир килограмм и гранаты, сочные, вкусные гранаты. Много в этот раз на рынке зелени и много цитрусов. Здесь лимоны, например, по 2 лиры. Баклажаны, кабачки. Наступил сезон кабачков и, конечно же, свежие огурцы и помидоры. Вот таким вот образом выглядит рынок, потому что дождь, народ уже собирается постепенно, и продавцы расходятся, потому что, как я уже сказала, погода. Давайте с вами еще раз пройдемся. Начинает темнеть, и мы тоже уже сейчас с Айханом отправимся в офис и по своим другим делам. Надеюсь, я удовлетворила ваш интерес по поводу цен на рынке и ассортимента. И если вы приедете в Аланию в конце марта, уже сегодня даже 29 число, в общем, в марте на рынке вот такой вот ассортимент и такие цены в этом году. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Чем ближе к лету, тем, конечно же, ассортимент на рынке будет интереснее, вкуснее и цены будут ниже. Поэтому пишите ваши вопросы, комментарии, пожелания. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Желаем вам всего самого хорошего. И, конечно же, приезжайте в нашу красивую и прекрасную Аланию.